Первоуральские инвалиды доказали, что имеют безграничные возможности. Результат их творчества смогли увидеть горожане в рамках специального фестиваля. Отмечу, последний раз он проходил в нашем городе несколько лет назад. На Дне чудес в ДК Ленина побывала Юлия Томилина. Творчество на кончике пальца. В свои 3 года Тоша Королёв рисует лучше большинства своих сверстников. А ведь мальчик родился инвалидом. Талант художника в нем проснулся год назад. За это время научился рисовать тигра, рыбу, птиц. Пишет красками, а еще сам может вырезать из бумаги и приклеить. По словам мамы, многие педагоги, которые занимаются сыном, удивляются. Мы год занимались, и работы все хранили, никуда не выкидывали. Это все интересно, потом смотрели в будущее. А раз такой фестиваль, ну почему бы нам не принести? Глядя на эти работы, не скажешь, что их делали дети-инвалиды. 26 участников решили показать всему городу свои таланты. Посмотреть действительно есть на что. Рисунки, вышивка, костюмы, поделки. Для этих конкурсантов, кажется, нет ничего невозможного. Юлия своими руками сшила игрушку. Я делала эту работу неделю, мне помогала Наталья Ивановна, учитель труда по жиристкой Наталья Ивановна. Пока взрослые удивляются творением участников, сами дети могут отвлечься и поиграть. Актеры театра «Вариант» подготовили для них развлекательную программу. Они такие же дети. Надо относиться как к детям, все равно к таким же, без разницы. Интересно с детьми поиграть, потому что отклик сразу заметен у детей, что глазки горят, радуются, все за нами повторяют, все во все играют. Таких праздников, где дети могут почувствовать себя самыми обычными мальчиками и девочками, в Первоуральске давно не было. Фестиваль «День чудес» стал возможен благодаря инициативным жителям. Моя задача — поднять творчество детей с ограниченными возможностями на нужный уровень. То есть организовывать для них выставки, организовывать для них концерты, праздники вот такие, чтобы дети в силу своей специфики, то есть не сидели дома, мы же все разные, но права у нас одни. Инициативу провести такой фестиваль для талантливых детей поддержали спонсоры, представители нескольких предприятий города, депутаты. Свою помощь оказал неравнодушный первоуралец Назар Галат. В числе жюри он назвал лучшей работой детей. Я уже прошел, посмотрел выставку творчества. Вот. Ну, дети талантливые. Особенно, ну, мне понравилась работа Антона Королева. Очень много рисунков. Маленький мальчик, 3 года, рисует очень замечательно. Все участники получают грамоты и подарки. Организаторы мечтают сделать такой фестиваль традиционным. Юлия Томилина, Вадим Шолохов. Хроника дня.